Итак, всем привет, с вами Арсений и небольшой видеообзорчик. Давно хотели его сделать. Это вид с высоты птичьего полета нашей маленькой деревеньки Жестовое. Вот, за видео огромное спасибо Алексею Сафронову. Вот, Лёшка, привет. И твоему каналу «Есть ли жизнь в деревне». Очень классный канал. Подписывайтесь, смотрите, ссылочка будет представлена в описании внизу. Итак, вот такая вот у нас маленькая небольшая деревушка. Это наш домик. Сейчас это вот дорога на поселок. 5 километров через сады, через поля. Хотелось снять видео именно вот в зимний период, когда все беленько, чистенько, когда видно каждое деревце. Это вот как раз вид от нас на саму деревню. Жилых домов там получается 1, 2, 3, 4, 5 домов всего. Естественно, дороги к нам нету. Администрация обещала в этом году сделать нам дорогу через переправу. Чуть позже ее покажу, как она пойдет у нас, в какую сторону. Вот здесь слева видно небольшой прудик. Наш любимый, где караси за 5 минут пол ведра ловятся. Мелкие, но много. Здесь эти места, кто знает, то увидит. Непременно нахлынет какая-то ностальгия. Там вдали видна и Шумовка, Немцова, Исакова, ближайшие деревни. Те, кто здесь бывал, непременно их знают и помнят. Вот, в принципе, вся деревенька с жилыми домами. Блинковы, Филимоновы, Лёшка, дядь Миша с тётей Ниной. Блинковых, крайний дом, приезжает на лето. Вот там вдали у нас через овраг видна пчелина. Вот здесь как раз слева и пойдет дорога, которую администрация обещала нам помочь сделать. Вот этот дом достался у нас наследство мне от дедушки. Дому 101 год в этом году исполняется. В прошлом году как раз отмечали его юбилей. По запросу это была барская усадьба, дом сдавался, но потом времена немножко изменились. Вот, и сейчас этот дом обретает новую жизнь. 4 года назад был только дом, остальное все сгнило, разрушилось. Здесь вот слева сейчас будет виден маленький прудик в лесу, вот как раз он тут. В центре сейчас, который мы начали немножко чистить, хотим, сделали себе маленькую рыболовную радость. Вот как раз он во всей красе по центру, снегом занесенный. Там ниже еще один прудик, тоже зарос уже. Ну, в общем, вот такой вот небольшой обзорчик нашей деревни с высоты птичьего полета. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Непременно будет продолжение. Надеемся, что когда все позеленеет, у нас тоже получится что-то отснять. Всем пока. Спасибо за просмотр. Удачи.